Всем привет, продолжаем мы прохождение игры World Conqueror 3. Играем за Советский Союз. Все, можно захватывать Стокгольм. А, ни хрена еще не можем. Что-то я поспешил, да? Может, еще город не разрушили точно. Немцев из-под Ленинграда. По-любому нужно нанять отряд, чтобы они Ригу не захватили. Так, на юге у нас тоже тут все как бы не очень пока хорошо. Здесь пока начнем бомбить Анкару потихоньку, что нам ее тоже нужно будет захватить. Ну ё-моё, захватывать неким. Они могут тут новый отряд нанять. И десантироваться сюда не смогу, потому что здесь нет рядом десантов. Так, куда мне еще нужно нанять отряд? Под Киевом пока все нормально. По крайней мере, терпимо. Вот под Ленинградом я бы нанял отряд, пожалуй. Так, куда что у нас пойдешь-то дальше? Я думаю, сюда, наверное. Поставим здесь еще мины, выставим. Хотя, может, и по нашему генералу стал ударить. Так, теперь наш флот. Тут нас разбомбят, скорее всего, надо как-нибудь проскочить нам. Наверное, к югу туда пойдем. Все, завершаем ход. Thank you.
Так, 12-й ход. Все, наконец-то. Так, голь взяли. Так, отстаньте от Норвегии. Немецкие десанты. Наконец мы уничтожили этого немецкого генерала. Сам под Ригой был уничтожен. Так, здесь следующую атаку теперь надо.
Так, вот админски надо хоть кого-то нанять. И здесь ставим мины. Чтобы подорвать этого румынского генерала. Так. Да, сидит. Да уж мощная так, конечно, повернуть. Ну здесь флотом, конечно, мы единственное, что можем нерву немного немцам потрепать. Ой, японцам потрепать. Так что здесь какой-то вклад сделать, навряд ли. Здесь вся надежда на наших союзников больше, чем на меня. Ну и хоть чуть-чуть сдерживать их. Так, ну все, завершаем ход. Французы, держите Париж. Как хотите, но держите. Ай, зараза. Копенгаген немцы уже захватили. Фигово. Сейчас их значительно усилит. Пока только усиливаются. Ну, я все-таки дошел этот БТР до меня, до моего генерала. Тут вообще эту коалицию можно победить? Нет. В принципе. Мне кажется, только список генералов можно пройти там эту компанию. Но этой куча генералов пока нет. Я не могу ее сделать, пока что-нибудь здесь не пройду.
предсказуемо подорвались румыны на минах. Тем самым мы ослабили их натиск. Ну как вот можно было так Шанхай прозвать, а? Как? Скажите мне, как? Мне не удивляет, почему так немцы японцы прокачиваются. Потому что союзники прям сдают, он города просто сдают. Вот я понимаю, я человек, я могу забыть нанять гарнизон. Но как искусственный интеллект может забыть нанять гарнизон в городе? Как он может не сообразить это сделать? Почему коалиция... Почему... Гитлеровская коалиция соображает это сделать, а наша коалиция вообще тупит по-страшному. Они даже не могут сообразить это сделать. Сейчас опять повторится та же самая ситуация. Как и при первой моей попытке. Все повторяется опять же. И тут хоть как, без генералов даже нечего соваться сюда. Мне кажется, надо просто найти какую-нибудь страну, за которую проще всего пройти. Эту компанию. А потом уже на Советский Союз. В общем, сейчас, если у меня не получится, блядь, если опять такое же будет развитие, я потом какую-нибудь другую страну выберу. Потому что это просто нереально. Здесь вот хоть сам заходи в Осло и дежурь там. Thank you.
В Риге по-любому можно теперь отряд нанять. С японцами тут бесполезно даже тоже тягаться. Они все же десятки целую кучу. С которым даже бороться бесполезно. Завершаем ход последний за сегодня. И сейчас опять же немцы будут закидывать меня десантом. Потому что мои союзники тупят. Просто уже будут кучи идут. Следующий наш лифт пойдет явно норвежцы, потом французы. И останется тут одна Англия против Англии и я, где Советский Союз, против испанцев, итальянцев, немцев. А, еще Румынии и Венгрии может сказать. Тут все, Париж взят. Просто как по учебнику. Ну вот видите, все. Немецкий десант окружает меня везде повсюду. Вон тут дизайн Стокгольм не бросили -то. Могли бы взять. Вот видите, вот я забыл просто упухнулся. Вот как искусственный интеллект забывает. Что этот город пустой, я понять не могу. Ну, кстати, не только генералов надо все солдат, чего опять же пока не могу.
Все, он да, все взято. Дальше полный разгон Китая и Индии. Еще и Англия тоже. Так, ну все, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока.